6 лет и 7 месяцев необходимо среднестатистической семье с одним ребенком в Башкортостане, чтобы накопить на квартиру площадью 60 квадратов. Такие данные приводит РИА Рейтинг, которая проанализировала ситуацию в российских регионах. Башкортостан на 63-м месте. На первом – Магаданская область, где при средней стоимости квартир в 2 миллиона 800 семье необходим 1 год и 4 месяца. Соседний Татарстан на 67-м месте с показателями 6 лет и 9 месяцев и цене на двушку в 4 миллиона рублей. На последних местах рейтинга – 82-м и 84-м, Чечня и Севастополь, где понадобится 10,5 и 11 лет и 3 месяца, соответственно, при средней стоимости квартиры в 2 миллиона 600 и 4 200.